Свисток дан, спортсмены рванули в бой. Сдаваться никто не намерен. На кону спортивный престиж школы. Матвей Пушкарев уже 7 лет профессионально гоняет мяч. Футбол выбрал не случайно. Говорит, это игра для настоящих мужчин. В футболе проявляется выносливость. Как ты вообще работаешь с мячом и умеешь ли ты вообще что-то делать? И если ты, у тебя есть выносливость, ты уже можешь играть в футбол и попадешь в хорошую команду. На спортплощадке во дворе 70-й школы в финале встретились 12 команд. Ежегодные соревнования по футболу «Зимний мяч» проводятся уже в четвертый раз. С каждым годом участников становится все больше, захватывает спортивный интерес. Потому что они тоже помогают выяснить, кто все-таки лучше, что нужно совершенствовать в своей игре. Начало первого тайма, и мяч уже влетает в ворота. Соревнования на свежем воздухе как гарантия захватывающей игры. Площадка большая. Знаете, дети любят немножко порезвиться, подкаты подделать, а на снегу это самое прям то. То есть, ну, всем очень нравится, как мы уже заметили. Победители соревнований получат кубки и почетные грамоты, а главное – звание лучших в районе. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.